из первых уст. 17.10 в Нижнем Новгороде. Заглядывай на наш сайт nradio.info. Онлайн-видеотрансляция доступна. У нас здесь в эфире гости, и будем общаться мы по поводу рока. Кто отвечает за рок в Нижнем Новгороде? Это команды, которые делают самостоятельно эту музыку. Это команды, которые делают кавер-музыку и делают это хорошо, так что ездят на корпоратив аж в Санкт-Петербург. Или это какие-то новички? Узнаем прямо сейчас. У нас в гостях арт-директор самого большого баварского ресторана «Максимилиан» в Нижнем Новгороде. Алексей Блюзов. Леш, привет. Да, здравствуйте. Привет тебе. Встречаемся мы в рамках нового крутого проекта «Рок-среда». Это такие встречи, когда вас ждут в ресторане, вас ждут нижегородцы, которые создают свою музыку. Именно рок-команды, которые создают свою музыку. Но перед тем, как попасть в ресторан, они сначала будут попадать к нам сюда, на NN Radio. И мы возобновляем живые концерты, лайвы в прямом эфире на NN Radio на 99.5 FM. Все это будет по средам. Да, абсолютно верно. Жаль, что сегодня наша команда Джем не смогла приехать, потому что у них там какая-то сложная настройка оборудования. Но при этом в ресторан-то они уже приехали. Звукорежиссер. Они будут успевать только к саундчеку, там, к 6 часам. Uh-huh. Поэтому им не удалось здесь появиться. Там сейчас полностью все переоборудуют они что-то там, как им кажется, uh-huh. что будет лучше, чем может. Вот. Ну, вообще, конечно, история простая, поскольку я уже там лет 20, наверное... 8. С лишним, да. Как родился. Да. Связан с живой музыкой, с фестивалями и концертами, то почему бы Нижнему Новгороду не подарить что-то такое, чтобы вышло за рамки вот обыденности. Угу. А именно, это действительно сольные концерты команд, непривычные, как это бывает, да, где они и в соседнем баре сыграют, еще в другом и так далее. За ночь три места. Да. Здесь они относятся именно к нашему проекту, как к чему-то такому особенному. Вот первый очень удачный у нас был старт с Евгением Гуриным и группой «Корсар». Uh-huh. Они собрали, то есть это действительно был юбилейный концерт, им 20 лет, и его отметили мы очень здорово. Они собрали всех музыкантов из старых составов, то есть они забрали свой золотой состав, там уже uh-huh. многие по 5-10 лет в руки гитары не брали. Порепетировали один день, сыграли лучше, чем можно представить. Uh-huh. Современный состав «Корсар» был. Были гитаристы, которые в разное время входили. Группа «На танцы» приехала, сделала два кавера потрясающие просто. Угу. На «Небо в алмазах» и на «Калину». Это прям праздник. Да. Можно это, кстати, все посмотреть в YouTube у Жени на страничке. Есть. Это был настоящий такой концерт. И мы встретили всех тех людей, с которыми там 20 лет назад ходили на тот же «Корсар». И вот всю молодость вместе провели. Они все вернулись, приехали ради такого случая. Круто. И вот образуется такая очень хорошая компашка. Окей. Сегодня группа Джем. Сегодня легендарная группа Джем. Я в свое время, там это было, наверное, где-то 2000 год, я ездил как раз с группой «Корсар» в Москву. Мы там организовывали им концерты. 7 дней было, 7 концертов. И мы были в одном из клубов, где должен был бы проходить там в каком-то ближайшем будущем блюзовый фестиваль. И мы разговаривали с арт-директором московским, и говорю, а вот Джем, они говорят, это потрясающая команда, они лучше всех наших в Москве играют. Ой-ой. То есть, на самом деле, Анатолий Морозов, это такой наш Стив Рэй Вон из «Арзамаса». Вот, потрясающий просто музыкант, сумасшедший и прекрасный. И вот они сегодня вдарят рок в нашей дыре, как говорится. Сотрясут стены колонки. Начало в 8, да? Ну да, концерты мы обычно начинаем в 8 часов. Будет идти концерт не меньше двух. Угу. То есть там будет время. Это полноценная картина прямо на вечер. И поплясать, да, успеют люди с работы приехать, перекусить. У нас там специальные подарки для всех любителей рок-музыки. Там по спецменю, ребята, такие заманухи. Да, там 50% на бар. Тихо, спокойно. Приходите. Вход сколько стоит? Нисколько. Это тоже принципиальная позиция. Нисколько не стоит. Приходите, ребята. Вот вам нужно взять, пойти вдвоем и взять каждому вот по 500 рублей. И вы будете счастливы. Вы это можете проверить прямо сейчас. Алексей Блюзов, человек, которому нужно верить, что касается и рока, и что касается цен и денег сам собой. Основные сложности с этим проектом?
Сложности, они на самом деле интересные, потому что всю жизнь я много работал на радио, да, и там и она не существует, эта радиостанция, больше уже много лет, поэтому можно даже название, в общем, сказать. Многие ваши сотрудники приходили ко мне в эфир, которые у вас работают в качестве там гостей, и посмотреть. Вот. Тогда, как мы дарили настоящий рок-н-ролл людям, сейчас нет, их вообще не существует, таких радиостанций больше в принципе в стране, в нашей. И очень было много музыкантов, очень дикое количество пластинок ежедневно приносилось и так далее. Я думал, что сейчас примерно так же, но оказалось все не так. Не-а, кавер-бендов много. Вот их миллион, и даже те замечательные команды, к которым я отношусь именно как к авторам-исполнителям, да, они говорят: Леша, подожди, у нас очень много свадеб, мы сейчас... Ну, сезон, ну куда? Да, и потом в августе мы все готовы. Вот, это смешно, то есть как бы все всегда мечтали играть свою музыку. Вот вам, пожалуйста, я даю вариант. Ребята, да, потому что они также у нас по пятницам, субботам играют в кавер-проектах. И вот вы хотели свою... Давайте играть. Нам некогда, у нас ёлки. Некогда, да. Ёлки. Но на самом деле все равно образуется очень хорошая компания, потому что на следующей неделе, в среду, Татьяна Гуляева и Алекс Бенд Плюс, там в расширенном составе еще будут дополнительные гости. Будет очень интересный концерт. Потом у нас будет концерт Jack Daniel's Time. И со своим. И компания тоже, да. То есть огромное количество дуэтов они предлагают, а между ними еще у нас будет последний приют, презентация нового альбома. И получается так, что всем проектам очень много лет, музыканты давно работают, и это вроде бы вот только они были все мальчики и девочки, а сейчас они уже какие-то заслуженные стали. А звучат на самом деле все потрясающе. Круто, что голос-то не меняется, да? А? Круто, что голос-то не меняется от возраста особо. Да, но и так, пальцы чуть-чуть. У них бегают все по-прежнему, ну, так же резво по струнам. Значит, ждем, значит, сначала у нас, да, в эфире, а после этого, соответственно, в ресторане «Максимилиан» каждую среду. До сколько времени будет длиться этот проект? Ну, мы пока все вот как раз. Нам лето. Пока все нравится, мы только начали, да. Посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Пока лето планируем провести под маркой рок-н-ролла по средам, ну, хотя бы. То есть, вот до сентября, пока. Ну, пока да. Пока да. А там в начале августа еще один рок-фестиваль, большая рок-тусовка в Нижнем Новгороде. Рок чистой воды. Чистой воды, да. Это возобновленный фестиваль. Я ходил туда мальчишкой, когда в 91-м и 92-м году, по-моему, он был. 92-й. Два раза. Когда он собрал «Бригаду С» легендарную. И еще там миллион каких-то музыкантов. Я тогда еще не работал на радио. Ну, прямо вскоре это все. Но более он был роком. И потом, да, познакомился с ними со всеми практически. Все они у меня были в эфирах. И так далее. И, конечно же, я любил рок-музыку. Ну, как бы, это рок не значит, что... Да. Блюзовая музыка, живая музыка, вся, это все рок. Потому что он, Гребенщиков, в Новолынках он всю жизнь играет. Это же все равно рок-музыка. Ну, да. И сказочный, и волшебный. Вот. Все, рок — это значит что-то настоящее и чистое. И вот рок чистой воды возобновленный тоже. Потрясающая история. В прошлом году я его вел вместе с Эркином Тузмухамедовым, который был легендарным вот уже человеком в те 90-е годы. Вел. Мы теперь вместе, да, с ним это провели. В этом году планируем в этом же составе. А вот, там будут и нижегородские команды. Вот та же Татьяна Гуляева вместе с проектом «Замша» будет выступать. На гитаре будет Вадим Демидов играть, автор музыки. Саша Островский — клавиши. То есть там, говорят, еще Егор Провилов к ним присоединится, барабанщик. То есть музыка есть. Посмотреть бы еще на молодых, как вот они, как, ну, научились играть, нет? А вот теперь по поводу молодых. Если хотят участвовать в этом проекте, те, кто делают свою музыку, куда присылать себя, куда себя бросить, куда нужно скидывать свои... Ну, на «Рок чистой воды», это к организаторам MP3, «Рока чистой воды». Файлик вот этот вот. А вот если, ну, сейчас же видите, как стало просто. Если в 90-х годах нужно было тащить пластинку и везти ее в Москву, там кому-то показывать, да, сейчас же он открыл соцсети, все, чего угодно туда прикрепил, пульнул, найти меня, например, просто. Просто вас тоже найдут. У нас с вами «Рок Среда» совместный проект. Значит, пусть и вам присылают. Вот. Смотрите, можно в личных сообщениях сообществу НН Радио ВКонтакте, nnradio.info, очень просто найти. Буквально вот в течение этого эфира «Стрела Морфея».
Вот, ссылку... Надо послушать. Да, ссылку я тебе отправил. Ребята, заходите в наш паблик, пишите. Мы с огромным удовольствием Алексею Блюзу, как арт-директору, во-первых, ресторана, ну и, во-вторых, идейному вдохновителю этой рок-среды, мы все это переправим. Ну или ищите его на просторах интернет, человек абсолютно доступен. Ну, да, и фамилия очень везде. Редкая, да, если набрать Блюзов, вы увидите там трех, по-моему, человек с такой фамилией. Вот, уж если Алексей, то, собственно, вообще без вариантов. Да, там Екатерина, моя жена, еще какой-то человек, который так назвался, и, стрел фамилию, естественно. Значит, Алексей Блюзов у нас был в гостях. Ребята, рок-среда на НН Радио. Впереди, в следующую среду. Ждем команду, сегодня, к сожалению, не успели. А вот сегодня уже вечером Анатолий Морозов и группа «Джем» в самом большом баварском ресторане Нижнего Новгорода. Максимилиан, в 8 часов начала. Вход свободный, бонусы и плюшки по меню за минимальные деньги будут обязательно. Двухчасовой концерт. Ну, где-то так они обещали, да. Ну, там никто не мелочится, да. В этот проект все отдаются сердцем и душой, да. Поэтому можно пометить себе среды все. К нам приходите, а 5 августа не забудьте на площадь Минина прийти, там приедут мои друзья, Сергей Галанин, группа «Пилот», там будет, как обычно, феерично и здорово. В прошлом году, по-моему, было 30 тысяч человек, в этом будет не меньше. Приходите 5 августа, послушаем настоящую музыку, да. Да. Алексей Блюзов, а я продолжу эфир. И прямо сейчас расскажу, что там происходит с дорогами в Нижнем Новгороде. Настоящее нижегородское НН Радио.